Много готовился, тренировался упорно. И это, эти чувства не описать словами просто. Я долго вот стремился, мечтал вот по-взрослому показать результат, и у меня получилось. И японец тоже был сильным, но мне удалось их выиграть. А так на мировой арене, конечно, их много. Есть и олимпийские чемпионы, есть чемпионы мира. Всем большое спасибо, всем моим братьям, всем, кто поддерживал меня, кто искренне радуется за меня, моим победам. Всем большое спасибо, хочу сказать.